Осторожно, паводки. Техническое состояние многих водохранилищ области вызывает обеспокоенность властей. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что водохранилища Бухаржуравского, Актугайского, Абайского, Щецкого, Осакаровского районов и города Каражал опасны. Там могут образоваться переливы и прорывы воды. Айма Амрина с подробностями. Потенциальную угрозу населенным пунктам несут три водных объекта Бухаржуравского района – Меньковская, Байкадам, Луполова. Плотина Меньковская заполнена в полном объеме. Паводковый водосброс засыпан. Плотина Луполова находится на проезжей части дороги районного значения Белягаш-Акуре. С внешней стороны дороги в трех местах имеются большие промоины, которые засыпаны грунтом. Паводковый водосброс отсутствует. Байкадам сильно размыта и находится практически в аварийном состоянии. Неудовлетворительное состояние наблюдается и по водохранилищам Акжар, Чкаловская, Жанакала. В Актугайском районе выявлено 9 бесхозяйных плотин. Акиматом Актугайского района до сегодняшнего дня не проведены процедуры по постановке в органе юстиции выявленных бесхозяйственных водных объектов, мотивируя отсутствием потенциальной опасности со стороны данных объектов. Наиболее проблемными и опасными водохозяйственными объектами района является Акжарык, Тескинсу, находящий в районной коммунальной собственности, и водоемы номер 1-3 на территории оздоровительного лагеря Горный, Жасканат. По Абайскому району опасными считаются водоемы Топарская, Жаманжольская, Тихоновская, Виктория и Коянде-1. В Шетском районе вызывают опасения 8 плотин, в том числе и прорвавший в прошлом году Нижний Нарбак. В Осакаровском районе проблемными являются плотины Акпан, Русская, Ивановка и Садовая. Шалгинское водохранилище в Каражале тоже находится в неудовлетворительном состоянии. Весеннее половодье 2017 года будет многоводным. По предварительным данным Управления гидрологических прогнозов РГП «Казгидромет», на 01.02.2017 года поступление воды в водохранилище ожидается Самаркандское от 110 до 210 миллионов кубических при норме 201 миллион, Щербай-Нуринское от 90 до 170 миллионов кубических при норме 123 миллиона, Кенгирское от 80 до 160 миллионов кубометров при норме 128 кубометров. В течение 2016 года проведена значительная работа по ремонту гидротехнических сооружений. Местными исполнительными органами возведено более 23 километров защитных дамб. Укреплены берега и дно русел рек протяженностью более 3 километров. В 55 населенных пунктах, подверженных подтоплению, установлены локальные системы оповещения. Аким области поручил продолжать работу в этом направлении. Поэтому по Самарканду еще раз посмотреть, вот Галмай Михайлович говорил, что надо расчеты еще раз сделать, что возможно надо вот этот попуск увеличить, сброс. С 5, может там до 7, может даже до 10. Ну посмотрите. Полностью подождать, конечно, нельзя. На сегодняшний день в опасных городах и районах области создан резерв финансовых и материально-технических средств. Однако некоторые районы накопили недостаточный запас инертного материала. В целом работа по организации и проведению подготовительных мероприятий продолжается и находится на особом контроле акима области. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.